Людмила Копленко в Самарской библиотеке номер 1 завсегдатай. Не только регулярно берет книги почитать, но и не пропускает ни одного мероприятия, которое здесь проходит. Больше всего Людмиле запомнилась историческая лекция про Самару. А в этот раз она решила послушать выступление своего любимого коллектива из Дворца ветеранов «Хорошее настроение». Все время хорошо смотреть эту группу. У них красивая одежда, великолепное пение, строй. Все мне нравится. В библиотеке на музыкально-поэтическом мероприятии «Закружилась осень в танце», «Вихри листьев золотых» прозвучали песни советского времени и стихи. Концерт для посетителей организовали сотрудники библиотеки. Рассказывают, хотели сделать осенний праздник для своих читателей. Наши артисты прекрасно подготовились, надели прекрасные концертные костюмы. Я украсила зал аппликациями в виде золотых кленовых листьев. И поэтому мы надеемся, что мы создадим атмосферу золотой осени. Подготовка к мероприятию – это тоже работа, но это приятно, это творческий процесс. А заниматься творческим процессом всегда интересно. Музыкально-поэтические мероприятия проходят в библиотеке регулярно. В этот раз послушать песни пришли около 40 гостей. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.